Снимай, снимай, Женя. Так, стоим, куда пошли? Стоим. Журналисты чуть ниже. Где же я присел? Ну что? Ваши журналисты. Готовы? Готовы? Ну как это чуть? Мы же для чего-то здесь собрались. Чуть ниже. Я? Мы? Мы народные депутаты. Вот. Мы сюда приехали для того, чтобы отстаивать в первую очередь справедливость и остановить тот правовой беспредел, который сегодня происходит в нашей стране в отношении оппозиционных политиков. Не просто оппозиционных политиков, а лидеров оппозиционной партии, второй парламентской фракции. Мы для себя четко знаем, что это еще одна возможность давления на нашу политическую силу, на нашу оппозиционную силу, которая действительно стоит на основах права, закона и, самое главное, интересах украинского государства. И все нападки – это всего лишь навсего желание власти остановить процесс, который рано или поздно возродит нашу страну.